Ленинском городском округе ведется активная работа с нарушителями правил парковки. В ежедневных рейдах принимают участие сотрудники госавтоинспекции и представители администрации муниципалитета. Зимние условия и обильные осадки в виде снега лишь усугубляют ситуацию. Сейчас в округе существует несколько проблемных мест. Это микрорайон Купельник, в первую очередь, где в связи со строительством дороги Юла остался только единственный выезд из микрорайона, это через улицу Ермолинская. Там мы освобождаем проезд от запаркованных автомобилей, чтобы организовать там двухстороннее движение. По вечерам здесь уже не первую неделю работает эвакуатор, но нарушители были обнаружены и в этот раз. Все изъятые автомобили были отправлены на штрафстоянку. Водители теперь будут вынуждены заплатить штраф и оплатить услугу хранения автомобиля. Еще одна проблемная точка расположена на улице Крымская. В густонаселенном жилом комплексе вопрос с неправильной парковкой стоит наиболее остро. ЖК «Восточный Бутово», где мы эвакуируем автомашины с остановочных пунктов, так как автобус с утра не может подъехать и, как положено, забрать пассажиров. Владельцам автомобилей стоит более ответственно относиться к правилам дорожного движения и не нарушать правила парковки во избежание эвакуации своего транспортного средства. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, «Видное ТВ».